Кириллу 2 года. Малыша привезли в городскую инфекционную больницу пару дней назад. Точный диагноз заболевания ребенка врачи поставят на основании лабораторных исследований. Но уже сейчас утверждают – кишечная инфекция. Родители сделали все правильно. Вовремя вызвали скорую помощь и доставили мальчика в больницу. Самое главное, самое первое – не занимайтесь, пожалуйста, самолечением, потому что это чревато последствиями, прежде всего, для ваших детей. Раннее обращение – это заведомо более короткий срок заболевания, соответственно, более эффективное лечение, быстрейшее выздоровление ваших деток. Вирусные инфекции активны круглый год. Детское отделение больницы рассчитано на 38 маленьких пациентов. Сейчас их здесь мало, и это радует. Давно известно, чтобы свести риск заражения любыми вирусными инфекционными заболеваниями практически к нулю, нужно тщательно мыть руки, тщательно мыть фрукты, тщательно мыть предметы ухода, особенно за малышами. Индивидуальность ухода, то есть чтобы не было у мам таких вещей, как одни ложки ребенку, одни ложки взрослым детям, одни ложки взрослым членам семьи. То есть строго индивидуальная посуда. Не употреблять пищу, не кипяченую воду, только кипяченая вода. Взрослым следует также обращать внимание на продукты, которые вы приобретаете, на качество упаковки и сроки хранения. Особенно это касается детского питания. Если вы выезжаете на отдых в какую-либо страну, не пренебрегайте необходимыми вакцинами.